В последние дни в сегменте телеграм-каналов, связанных с армянскими спецслужбами, появляются призывы снимать и выкладывать в социальных сетях кадры, связанные с воинскими соединениями азербайджанской армии, их дислокацией, перемещениями, боевой и мобилизационной подготовкой, вооружением и военной техникой, говорится в заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана. Служба государственной безопасности взяла подобные случаи под контроль и обеспечит принятие необходимых мер в отношении лиц, инициирующих совершение подобных действий. Служба государственной безопасности заявляет, что абсолютно недопустимо вести и распространять видеозаписи, которые наносят серьезный ущерб национальной безопасности и обороноспособности Азербайджана, содержат информацию, относящуюся к вооруженным силам страны и составляющую государственную тайну, и призывает граждан воздерживаться от совершения таких действий. Умышленное совершение указанных противоправных действий выступает в качестве предмета расследования по подозрению в разглашении государственной тайны, а в некоторых случаях в совершении государственной измены и влечет соответствующие меры юридической ответственности, подчеркнули в СГБ. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.